Для мікрафона Віктор Кістень, вітаю. 19 красавіка у межах 17-го фестивалю духовної музики «Золотогорська ліра» виступить студентський хор Білоруської державної академії музики. Колективу виконає твор композитора Ерика Вітакра «Святи Велюм» разом з піаністкою Вікторією Слайковською і віолончелістом Михайлом Радунським. Цикл розповідає історію життя, кохання і страти Джулі Сільвестри, яка померла від раку во возрості 36 годів у 2005 році, покинувши двох маленьких дітей. Сусветная премьера отбылася у лютым 2019 года у Лос-Анджелесе и зараз с великим узрушением выконывается хоровыми коллективами по всем свете. Белорусская премьера обяцая стать значной подеей у культурном житті Беларуси. Подчас концерту отбудется доброчинный сбор сродков у подтримку музыказнаўцы и профессора Академии музыки Вольги Дадзіёмовой. А нашей гости сегодня станет мастацкий керавник студентского хору Белорусской державной академии музыки Инесса Бадяка. Идею принес Алексей Михайлов, студент 5-го курса. Я думаю, что он оказался под большим впечатлением самого сочинения, которое, конечно, стало очень популярным в мире. И могу даже сказать, что на этой неделе несколько исполнений происходит в Лондоне. Voice 8 исполняет вместе с Эриком это сочинение. Произведение затронуло не только студентов, но и меня, а меня, наверное, в первую очередь сюжетом или историей любви, потери, горя, радости, тепла. Вот все, что можно говорить о самых тяжелых временах семейных. Я говорю о том, когда человек один из семьи уходит, оставляя второго жить и продолжать любить. Вы знаете, очень многие люди закрываются, когда получают смертельную болезнь, а некоторые стараются делиться способом, как с этим жить, как продолжать с этим жить. Так вот, Джулия была из тех людей, которая вела блог, рассказывая о своих ощущениях, о том, что ценно, как важно каждая минута общения с детьми становится для нее, как важно каждый момент, который они дарят в семье друг другу. И вот все эти рассказы, они положены были, в конце концов, Эриком на музыку, если можно так сказать, потому что это музыкальный рассказ. Там 12 частей, то есть какая-то сюжетная линия или это эпизоды, то есть из чего состоит это произведение, как оно вообще долго длится? Если в временном значении, оно длится 55 минут, час, а если говорить о времени, в котором оно рассказывает, то это время с начала ее, наверное, болезни, там, 28 лет, когда они узнали о чем-то до момента ее ухода и после этого. В 36 Джулия ушла, а в этот год Чарльз Энтони отмечал 40-летие, и они продолжали писать и вспоминать Джулию. И это продолжалось достаточно долго. То есть период времени, который рассказывает сочинение, это и воспоминания, и сегодняшние мысли Чарльза Энтони и Эрика о Джулии. Поэтому это рассказ длиною в жизнь, наверное. В произведении участвует не только хор, но также там есть партия фортепиано, рояля и виолончель. Каждая из этих партий, наверное, отвечает вот за линию, что ли, участника действия. И лейтмотивы, которые пронизывают это сочинение, оно вообще очень и очень минималистичное. В нем очень много повторов. Повторы, которые связаны с медитативным состоянием человека, когда он осознает через несколько раз, повторяя одну и ту же фразу, ее значение, ее смысл. Есть лейтмотивы, которые связаны с вуалью и с Джулией. Почему вуалью? Потому что тот момент перехода из жизни в смерть, он очень мгновенен. Его нельзя осознать, ощутить, ухватить. Он нематериален. И вот это вот ощущение вуали и микромомента, который переводит нас из жизни в смерть, это лейтмотив Джулии одновременно. Это терция такая звучащая сквозь всю партитуру. Я думаю, что хоровые номера, исполняемые мужским хором, конечно, рассказывают о каких-то состояниях Чарльза, как он переживал in this deep and distant year, в тот глубоко печальный, сложный год, как он это переживал. Вообще драматургия очень интересное сочинение с кульминацией ярчайшей в 6-м номере и с необыкновенным катарсисом в 12-м, последнем номере, когда каждая душа, улетающая в мир иной, это ребенок. И вот разговор 12-го номера «Child of Radiance», там ребенок радуги, ребенок мира, ребенок неба. И просветление, которое 12-й номер дает всем
успокоение, наверное, какое-то, примирение с болью. Но я думаю, что концерт, вообще, если можно его назвать концертом, это такое размышление и осознание, с одной стороны, бренности нашего жития, с другой стороны, важности каждого момента, когда мы живем, когда мы общаемся, когда мы думаем о тех, что страждет, как они живут, как они уйдут, что мы можем для них дать еще светлого, доброго и теплого. Студенческий хор Академии музыки работает вот над этим циклом Эрика Витакра «Священная вуаль». Насколько сложно вообще для учебного коллектива воспринимать такой материал и вот эти переживания, которые вдохновили его, подвигли и композитора, и авторов слов на создание этого цикла. Насколько сложно психологически работать с этой музыкой? Непросто. Я могу сказать, что отличается наша ментальность, вот такая славянская, белорусская, к отношению к горю, отношение к проблемам, которые вот возникают рядом. То, что я увидела во многих рассказах, с какой радостью, светом и добром в воспоминаниях, с усмешкой и в основном в воспоминаниях о радостных моментах общаются Эрик и Тони сейчас, когда они ведут прямые трансляции, рассказывая об этом и делая лайвстримы, общаясь и рассказывая об этом сочинении, об исполнениях, то для нас, наверное, свойственна больше печаль по отношению к горю. Нас гнетет тоска от неизбежности того, что мы должны расстаться с человеком. И если в нашей жизни это происходит, мы лишь только через большое количество времени понимаем, что мы должны были ценить что-то светлое, радостное и не так угнетать ни себя, ни человека, который уходит. И вот это вот ощущение, да, сложные моменты были, у нас слезы на глазах часто, но постепенно, когда мы учим, изучаем английский, переводим, проникаем в сочинение, оно становится своим, потому что голос, как мы знаем, он привыкает к сочинению, как и сочинение к голосу. Да, это процесс такой непростой, не за один день, не за два происходит. То появляется больше надежды, тепла, наверное, и душевной какой-то щедрости, я надеюсь. Мне очень хотелось бы, чтобы люди молодые в будущем, кто-то из них уже столкнулся с такими ситуациями в жизни, а кто еще столкнется, извлекли из этого, наверное, сочинение урок и помощь какую-то. Вот как можно себя вести, что нужно делать, не сколько горевать, а сколько ценить те моменты, которые у них будут с близкими людьми. Все-таки те инструменты, которые присутствуют в произведении Эрика Витакра, фортепиано и виолончель, как они встроены в эту музыкальную партитуру, это лейтмотивы чего-то, и зачем они понадобились композитору? И виолончель, и фортепиано присутствуют постоянно, и я хочу сказать, что большая удача, что с нами будет Михаил Радунский в дуэте с Викторией Слайковской. Они не будут концертмейстерами, они будут главными действующими лицами вместе с хором. Это голос Джулии, голос Чарльза, и это голоса людей, которые общаются между собой. Конечно, это через лейтмотивы проходит. Лейтмотив Джулии или «Священный вуаль», лейтмотив горя и ритма, который пульсирует на протяжении очень многих номеров. Потому что вот эта терция, которая настолько по-разному будет звучать на протяжении всего сочинения. Вообще вот эти паттерны, такие блоки, через которые выстроено сочинение, это непривычно для славянского уха, это не мелодичные, погружающие нас в какую-то гармоническую мелодическую среду, это достаточно повторно. Я бы не сказала, что это Цинциннати, да, или какая-нибудь новая простота, да, но что-то в этом есть, потому что очень много повторяющегося, которое вводит тебя на, как я уже говорила, на новое понимание текста или новое понимание вот музыкальной темы какой-то, которая всегда-всегда-всегда звучит, и она открывает тебе новый смысл. Ведь часто мы думаем, очень часто много-много думаешь о чем-то, и потом в конце концов ты приходишь к какому-то открытию для себя, в какой-то идее, в поиске ее, да, и вот ты ее находишь только после долгого и долгого раздумья над одним и тем же. Вот я думаю, что это сочинение и темы, которые будут звучать на концерте, для многих слушателей тоже приоткроют какие-то новые смыслы в ситуации, в происходящем, во всем вокруг.
дальнейшая какая-то судьба этого произведения после исполнения в Минском костеле Святого Роха? Ну, это зависит от обстоятельств вокруг, от предложений, скажем. Но, конечно, прежде всего это попало в программу для госэкзаменов студентов. И у нас будет второй опыт при исполнении на государственных экзаменах в Белорусской государственной академии музыки. А на этом концерте мы надеемся увидеть людей, которые придут поддержать Ольгу Владимировну Дедёмову, потому что мы бы очень хотели, чтобы ее здоровье поправлялось, и дух ее, вот сила воли, которая у нее присутствует в ней, не оставляла ее, потому что она борется и боец с болезнью очень серьезной. Во время исполнения произведения Эрика Витакра «Священная вуаль» запланирована какая-то медиаинсталляция. Готовится видеопроекция специально для этого исполнения. А что это за проекция, кто ее готовит? Вообще, это такая идея не нова для меня. Мы в 2015 году делали джазовую мессу Андрея Саврицкого. В зале Национальной школы красоты мы делали концерт, который как раз-таки сопровождала визуальная концепция, соответствующая каждому номеру. Я решила вернуться к этой идее, и Александра Пицевич, студентка 4-го курса, помогает в этой идее, в осуществлении этой идеи. Она является видеохудожником, я бы сказала. И мы для каждого номера ищем тот образ, который не будет прямо и никаким образом не иллюстрировать там происходящие события или слова, которые будут звучать. Это скорее аналогии или аллюзии к тому, что может чувствовать человек в тот или иной момент времени. Конечно, работа большая, сложная, тем более, что работают не профессионалы, мы только учимся, в этом смысле тоже учимся, но надеюсь, что это создаст нужную атмосферу, добавит ощущение того момента, когда, как говорил Бродский, чувствуешь в точке все пространство.